нас хранится такой уникальный предмет, который числится как свиток с изображением лошади. И он ни разу не выставлялся, потому что он уникален один в своем роде, то есть ни в какую выставку он ни разу по теме не вошел. И вот атрибуционная работа позволила узнать в этой лошади известную работу также очень известного китайского художника Сюй Бэйхун «Галопирующий конь». То есть это копия, выполненная вот кистью и тушью в стиле гохуа, китайский стиль живописи, свободная кисть. И этот предмет, значит, попал в музей из областного управления культуры. Он приехал к нам в Новосибирск с китайской делегацией и поступил в музей в 1954 году. А подлинник вот этой работы Сюй Бэйхун написал, нарисовал в 1951 году. И получается, что это копия и подлинник, они практически ровесники. И мы можем скромно предполагать, что копия с работы выполнена также либо самим художником, либо художником, близким его кругу. Но вообще это традиционный такой китайский свиток на шелковой бумаге. Такие свитки хранятся традиционно в Китае у состоятельных людей. В современном мире такие традиционные свитки украшают интерьер. Интерьеры кабинетов чиновников, потому что это элитарное такое вот искусство. Вот. И либо в домах состоятельных людей. Но подлинник работы Сюй Бэйхуна «Галопирующий конь» хранится в Китайском национальном музее искусства в Пекине. У нас есть такой предмет, атрибутировать который мы затрудняемся. То есть назначение этого предмета не ясно. То есть видно, что эта статуэтка изображает, по всей видимости, Христа, скрестившего руки на груди. Ему сшита вот такая вот накидка. И происхождение этого предмета неизвестно, и назначение. То есть это вот полуфигура. Было ли у этой фигурки скульптурное продолжение, и где она размещалась в церкви, то есть какой она несла в себе вот смысл, пока не ясно. Требуется дальнейшее изучение.